Константиновском дворце накануне завершился двухдневный саммит G20. Программа была очень насыщенной. Встречи и круглые столы проходили буквально в режиме нон-стоп. Участники саммита обсудили ключевые вопросы мировой экономики. По итогам лидеры стран группы 20 приняли Петербургскую декларацию на 35 страницах. Текст документа охватывает вопросы устойчивого и сбалансированного роста мировой экономики, создания рабочих мест, финансирования инвестиций. Несмотря на то, что еще не все участники саммита покинули Петербург, аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Проехать к нему можно было уже около полуночи. Регистрация на рейсы проводилась с учетом времени снятия ограничений. www.rtr.spb.ru. С нами. Вы в центре событий.